Это мотоцикл Kaya Jump 110 кубов. Он только недавно появился в Калуге. Он в России, в принципе, только в 2017 году не выпустили в производство и 110 кубов. Самая интересная фишка в том, что в нем нет сцепления. То есть ты как бы на автомате переключаешь скорость, сбрасываешь газ, переключаешь скорость. И в этот момент не перепутать эти ручки. Это не сцепление, это все тормоз. Вот. И чувствуешь на нем себя очень круто. Очень легкий. Если я по городу взял через бордюр, перетащил и погнал дальше, в общем, вот реально крутой.